На сегодняшний момент численность вакцинированных в Кашхабадском районе достигла 1081. Снижение темпов распространения инфекции зависит от желания и возможности граждан обезопасить себя и своих близких. Важнейшим механизмом является вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Чтобы она была более доступна, открыты дополнительные два пункта в поселке Дружба и село Вольное. Таким образом, на территории Кашхабадского района их уже 4. Стоит отметить, что прививочные пункты работают и в праздничные дни. Каждый желающий имеет возможность обезопасить себя от коварного заболевания. По официальной статистике, Россия входит в фазу стабилизации с постепенным снижением коронавирусной инфекции. Для того, чтобы мы как можно скорее избавились от угрозы коронавируса, необходимо выработать коллективный иммунитет, для того и нужна вакцинация.